Привет, друзья! Вы смотрите телеканал «Россия-2» и с вами я, Сергей Бадюк. Сегодня мы будем заниматься пиццей. А что нужно, чтобы приготовить хорошую пиццу? Хорошая мука, хорошие яйца, хорошие пепперони и хорошее масло, а также лучший итальянский пистолет «Танфоглио». Поехали! «Танфолио» – пистолет для спортивной и практической стрельбы. Отличается большим ресурсом использования и высокой точностью. В год производится 90 тысяч штук. Добрый день. Давайте. Выглядит как Мазератти. Какая получится пицца, а? Задача этого пистолета и Сергея Бадюка – приготовить тесто для итальянской пиццы. Вы думаете, у меня в руках летающая тарелка? Как бы не так. Это Dolce & Gabbana пистолетного мира. Пистолет Танфоглио итальянского производства. Это чисто спортивный пистолет, который сконструирован специально для практической стрельбы. В базе его лежит знаменитый ЧЗ-75. Не узнаете? Я, по правде, тоже не узнал, потому что когда на пистолете появляется тормоз-компенсатор, когда появляется коллиматор, когда появляется расширитель горловины для того, чтобы быстрее его снаряжать. Пистолет очень сложно узнать, хотя это тот же ЧЗ-75, 15-зарядный калибр 9×19 парабеллум. Просто с ним поработали итальянские мастера и итальянские дизайнеры. Очень удобный пистолет. Очень удобно держится, несмотря на огромное количество дополнительного навесного оборудования. Тут вот даже, если вы заметите, вот такие вот специальные рожки сделаны. Как вы думаете, для чего? Не для баланса, для того, чтобы лучше наводить точку прицеливания. Вот так вот. Эх. Ладно, хватит болтать. Займемся пиццей. Итак, подытожим. Пистолет Танфолио Gold Custom, патрон 40-го калибра. Масса без патронов 1 кг 250 грамм. Емкость магазина 12 патронов. Цена приблизительно 122 тысячи рублей. Запускаем камеру. Что ж, вот такой он в работе, итальянский Танфоглио. И помните, друзья, раз в год стреляет даже палка. Берегите себя. С вами был Сергей Бадюк.